Аккуратный олимпийский чемпион Феликс Сомлев. Высоченный длиннорукий салон, прекрасно сложен, стройный, мощный. Но вот, не знаю, я вот никогда не разделял восторгов в адрес Самона, потому что мне кажется, что просто ему везло, как в свое время Стивенсону. Но не было настоящих боксеров, которые могли бы составить ему конкуренцию. Доворос нарвался на удар, просто сам побежал. Довольно бестолковая ситуация была. Американец, в общем, делал глупость. Напросился, просто выпросил этот удар. Конечно, вот когда такие противники у Салона, он выглядит блестяще. Я вспоминаю, что с ним проделал этот узбекский тяжеловес Шагаев, когда он просто спокойно, квалифицированно, просто избил Салона в Будапеште, просто его подломал совершенно, потому что Салон ничего не мог сделать.